Российский офис Mitsubishi Motors объявляет о выпуске новой комплектации для кроссовера Outlander с комбинированной отделкой салона натуральной и синтетической кожей в бежевом цвете. Выпуск таких машин налажен на заводе в Калуге. Опция с бежевым салоном доступна только для комплектации Ultimate с бензиновым двигателем 2.4, коробкой-вариатором и системой полного привода. За исключением обивки сидений, другое оснащение не изменилось. Первые автомобили с бежевым салоном появятся у официальных дилеров в августе. Кроссовер Chery Tiggo 4 заново выходит на российский рынок. Весной китайская марка уже продала небольшую партию дорестайлинговых машин, а теперь покупателям предложена модернизированная версия. В Китае эта модель известна как Tiggo 5X, но для России ее переименовали. Компактный паркетник построен на платформе T1X с Макферсоном спереди и независимой многорычажной подвеской сзади. Двигатель 1 — это двухлитровый атмосферник, уже знакомый по моделям Tiggo 5 и Tiggo 7. Мотор адаптирован к 92-му бензину. Коробки передач — пятиступенчатая механика для базовой комплектации старт или вариатор для уровней комфорт и техно. Привод только передний. В базовое оснащение включены две подушки безопасности, кондиционер, задние датчики парковки, обогрев передних сидений и зеркал и аудиосистема с монохромным экраном. Более дорогие версии предлагают медиасистему с 9-дюймовым экраном, распознающую жесты и поддерживающую протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой. Также доступен цветной 7-дюймовый дисплей на панели приборов и камера заднего вида.